Центр просвещения России Ольга Васильева направилась с рабочим визитом в Ульяновск прямиком из Татарстана. На границе с соседней республикой первые лица области встречали высокую гостью в самых лучших русских традициях – с хлебом и солью. Ну и, конечно, букет из рук губернатора Сергея Морозова. Первым делом министр посетила межрегиональный центр компетенций, который базируется на базе Ульяновского авиационного колледжа. В учебном центре массово готовят специалистов среднего звена в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. В этом году на некоторых специальностях был большой конкурс, в частности на направление ремонта обслуживания легковых автомобилей претендовали 3 человека на место. С 2017 года на тренировочном полигоне межрегионального центра компетенций взращивают чемпионов конкурса профессионального мастерства WorldSkills. Главный успех – это то, что сейчас у нас на площадке мирового чемпионата работает активно, соревнуется наш участник, участник от Ульяновской области, от Ульяновского авиационного колледжа межрегионального центра компетенции Яковлев Павел по компетенции окраска автомобилей. Ольга Васильева прошлась по всем основным тренировочным полигонам и учебным кабинетам. Министр просвещения волновали больше не столько технологии, сами тренировочные машины и инновации, сколько умение студентов применять навыки в конкретных жизненных ситуациях. На этом макете чему у вас получается? Ликвидация различных неполадок при обслуживании самолета на земле. То есть могут, скажем так, открутиться тут необходимая проволока. Эта проволока как раз-таки держит все необходимые соединительные крепления. Это вручную вот делается, да? В данном случае, да. А много делается вручную вообще при ремонте самолета? Достаточно много требует ручного труда. Некоторые тренажеры министр решила попробовать на себе. Ольга Васильева села в учебную кабину трактора. То есть здесь, так, 1, 2, 3, 4 монитора внутри кабины. То есть как центральный монитор, как лобовое стекло, боковые мониторы, как стекла дверей, и сзади, как заднее стекло. Задача – спахать поле. Без брака и нареканий со скоростью 5,3 министр спахала ульяновское поле. Ольге Юрьевне понравился наш колледж. Она сказала, что это колледж современный, это колледж будущего. Здесь создана та атмосфера, та образовательная среда, где ребятам действительно нравится учиться и влюбиться в свою будущую профессию и быть действительно высоким профессионалом. Далее Ольга Васильева осмотрела детский сад «Белка и Стрелка» в Засвежском районе города и приняла участие в торжественной передаче ключей от дошкольного учреждения. Это первый детсад, построенный в регионе по принципу «билдинг-сад» или «сад в доме». Ульяновск дает пример всей стране, потому что это была и моя мечта, я никогда не скрывала, что я очень хочу, чтобы на первых этажах многоэтажных домов, в новых наших районах появлялись небольшие детские сады, потому что это очень удобно, это очень здорово, это удобно для жителей, которые здесь живут, это удобно для детей. Я имею возможность, право доложить министру в ее лице и руководителю правительства и президенту о том, что мы с вами за короткий период времени построили более 40 детских дошкольных учреждений при поддержке нашего министра. Более 150 дошкольных групп создали, по большому счету, новых детских садов, но уже в общеобразовательных школах. Детский сад в доме рассчитан на 100 мест. Всего 5 групп для детей дошкольного возраста, причем 2 группы предназначены для малышей до 3 лет. Самым маленьким воспитанникам детского сада привыкать к условиям. Вне дома помогают современная специальная мебель. Стульчики для кормления, манежики, сухие бассейны и тактильные игрушки. Наше название «Белка и Стрелка» – это космическая такая тематика. Мы будем, разумеется, заниматься интеллектуальным развитием детей. В этот день в присутствии министра свои направления в садик получили маленькие будущие воспитанники. Да, мы уже ходим в детский садик со старшим ребенком Глебом. Ходим на привыкание уже где-то примерно месяц. Замечательный персонал, замечательный детский сад, замечательное расположение, потому что мы живем в данном доме. Счастья очень много. Под вечер Ольга Васильева решила ознакомиться с историей края. В Музее народного образования Симбирской губернии министру рассказали о традициях образовательных учреждений губернии второй половины 19 века, а для полноты ощущений посадили гостю за парту. В Музее народного быта министр окунулся в атмосферу конца 19-го, начала 20 века и даже успела разгадать любовную открытку того времени, а после оставила отзыв о посещении. Большой профессионализм – это очень хорошее, это
высочайший уровень музей, это как бы чувствуется. А вот та атмосфера, которая здесь есть, которая здесь создана, она в первую очередь зависит от людей, от музейщиков, от экскурсоводов, хранителей фондов, которые здесь работают. Большое спасибо. Такое удовольствие и теплота. Так звучит благодарность книге «Посещение музея» от министра просвещения Ольги Васильевой. Рената Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ.